Ну что, продолжаем наше прохождение. Всем кум, нам нужно получить снаряжение Маккейб, да? А мы же вроде получили уже снаряжение. Привет. Сначала получите снаряжение у Рикса и Маккейб. Так мы же вроде уже получили, или я не все получил, или нам что-то еще должны дать. Так, давай смотреть, давай разбираться. Так, привет, у тебя все? Пока что это все. Пока что сходи это все. Маккейб. У нее наверняка что-то Маккейб. Есть. Маккейб. Ага, это ты, Маккейб, да? Так это о тебе говорила Форд. Только дармоедов нам не хватало. Что сказала Форд? Сказала, что нужно снарядить тебя для вылазки. Как по мне, это пустая трата ценных ресурсов. Жаль, что командира можно впечатлить убийством пары полудохлых коряк. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб. Инженер. А ты – заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. Ты всегда такая злая. У нас тут конец света, как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали, и я сделаю еще. За плату. А теперь проваливай. Меня утомил твой треп. Спасибо. Да-да. Так, модификация используется для усиления стрелкового оружия. Необходимо зарядить его, нанося урон врагам выбранным оружием. И когда модификатор зарядки будет заполнен, нажмите F, чтобы активировать модификатор. Окей, активируется сразу. Другие делаются доступными. Угу. Окей, давай посмотрим. Вот, меткая охота. Это чисто напихали, да, у нас? Хорошо, что у нас в рюкзаке? Металла у нас 2, железа, нам нужно будет железо. Нужно будет проверить как-то. Так, а побежали? Побежали, проверим, на ком проверить. Все, вернуться к командиру. Хорошо, давайте вернемся к командиру. И попробуем с пехалем это проверить. Ля, какой. А ну покажи. Да ты шо, вообще огонь. Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и Маккейб знают свое дело. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать ее только в крайнем случае. Что ж, этот случай настал. Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам, думаю, вы подходите. Вот, возьмите карту. В главном зале внизу есть терминал. Вставьте в него карту. Если повезет, мы включим эту штуку. Да, спасибо. О, не благодарите. Так, есть терминал. Он там, по-моему, вот это вот терминал. Туда нужно сейчас будет вставить нам ключ, если не ошибаюсь. Только я не помню, как туда спуститься. По-моему, сюдой, да? Нет, не сюдой. Не сюдой. Тогда вниз. Да, вот он. Давай посмотрим, что нам это даст. Угу. Компьютер. Так, чтобы продолжить, нажмите любую кнопочку. Хорошо. Давай. Так, журнал, загрузка. Давай загрузку. Потрясающе, не правда ли? Я... читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Так, мне надоело быть на побегушках. Вы упомянули основателя. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем блока 13. Когда корень впервые напал,
Он собрал людей здесь, в блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся корень. Провел много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. Думаете, он еще жив? Он знал внешний мир лучше любого из нас. Мне проще думать, что он погиб. Снаружи блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Атолла. Послушайте. Я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13, мы всегда будем вам рады. Так, отлично, отлично. Нажмите один, чтобы открыть рюкзак. Ну? Ага, один. Так, что у нас тут есть? У нас с вами рюкзак. Во. Использовать этот предмет. Да? Все, шикарно. Ладно, рюкзачок. Что это у нас такое? Это бин, коробка с боеприпасами. Угу. Материалы. Прикольно. Это, наверное, какие-то зелья. Так, это что-то мне напоминает исполнителя желания сталкера. Так, у нас облик новый какой-то есть, да? Вот смотри, облик, штаны. Прорицательная. Ой, ой, ушайди. А, я восстанавливаю здоровье, все нормально. Это нормально. Штаны прорицателя, таланты. Так, при повышении уровня персонажа получите очко талантов, которое можно потратить на усилие одного таланта. Хорошо. Так, стоимость 3. Стоимость 3. А у нас всего 0, да? Так, бодрость, текущий уровень здоровья. Здоровье, выносливость. Наверное, нам пойдем в этот, как его, выносливость. Так, карта, хорошо. Ладно, пошлите. Я думаю, мы разберемся. Только еще узнать бы, как возвращаться потом сюда. Так, открыт режим выживания. Хорошо. Перемещение. Настройки мира. Режим выживания. Так, перемещение. Вижу же основателя. Вы готовы переместиться? Ну, наверное, да. По идее, у нас с вами все есть для этого. Ага, отлично. Так, в режим выживания мы сходим потом как-то, но для начала нам нужно будет сейчас проверить пехоль, как он стреляет, и набрать себе этой штуки модификатора, чтобы на F-очку. Так, побежали. Бонжур. Угу. Так, я умираю, это не изменить. Мне всегда казалось, что меня либо убьют, либо убьет корень, либо я буду жить вечно, как ты. Ага, но не всем суждено стать героями. Ты единственный в мире, кто думает, что сможет остановить корень. Ты ведь знаешь это. Остальные просто пытаются жить, как могут. Я не буду снова пытаться остановить тебя, просто не думай, что ты... Приносишься в жертву ради нас. Хватит с нас жертв. Всегда с тобой. Твоя дочь Надин. Спасибо, спасибо. А тут можно было читать. Это чисто... Ага, это приблизить. Окей. Так. Не, не то. А как забрать? Как забрать? О, забрали. Забрали. Взяли какую-то ключ-карту. Это мы открыть не можем. Так. Нет, это тоже хорошо. Зависаешь, да? Понял, зависай, зайчик.
Это что у нас тут? Ничего не кликабельное? Вроде нет. Ладно, побежали. Побежали дальше. Лом. Лом это, конечно, хорошо. Контрольная точка. Но это, понимаю, мы сохранились уже. Можем не переживать. Так, Эллин, я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя и прошу прощения. Мне жаль, что все так сложилось, понимаю. Слова не исправят соединенного, я должен уйти. Прошло немало времени, прежде чем я решился на это. Я собираюсь поговорить с корневой матерью в старой церкви за туннелями метро. Она укажет мне путь из этого мира, я исчезну навсегда. Прощай. Прикольненько. Печальненько, конечно, но прикольненько. Блин, мне так хочется на F-очку нажать, проверить, но... Не знаю, вдруг я потрачу сейчас все. О, здорово! Здорово, как оно? Как оно? Давайте F-ку нажмем. Ага. Ля-та ты шо? А нам теперь нужны эти, как его, монстры. Во, а я монстров теперь вижу. Так это чтобы видеть врагов, получается? Я думал, это усиление какое-то. Я думал, это какое-то усиление. Это чтобы врагов видеть, поняла. Так. Бонжур, а давай с тобой поговорим вот так на мечах. Зря его прокачивал. Тихо, стопэ, стопэ, стопэ. Все, умничка. Отдай мне металла. Или у тебя нету металла? Мне нужен металл. Блин, плохо на Ешку поднимать предметы. Лучше бы на Эфочку сделали. Все, шикарно. Шикарно, шикарно. Я так понимаю, нам нужно старую церковь, да? Пройти. Там же ж ничего больше нету. Нужно будет сейчас прийти, наверное, в старую церковь. Я надеюсь, что это музыка без авторских прав. Так как это нам не надо. Так, открыть. Ага, заперто с другой стороны, да? Понял, значит, нужно будет отпереть потом. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Ага, так, карта. А нам нужно в другую сторону, да? Вот сюда. Или куда нам нужно? Так, бонжур. Ой-ой-ой, сколько вас тут. Так, до побачення. До побачення. Дерьмо! Что случилось? Все ж хорошо. Все хорошо. Смотри. У нас и потрошков много, и всего много. Так, отдайте мне, пожалуйста, то, что принадлежит мне. Угу. Забираться ты вверх не можешь, да? Ладненько, ладненько. Будем, значит, по старинке. Так, привет. Готов. Лом. Лом, конечно, хорошо. Так, это просто огонь. А где? Так, таланты, карта, рюкзак, материалы. Во, у нас 30 железа. То есть мы сможем с вами неплохо так прокачаться. Усовершенствовать и пистолет. Получается и винтовку, и меч у нас. Так, ну давай пехаль, наверное, возьмем. Давай, наверное, возьмем пехаль. У нас потрошков на него больше. Мы как раз зарядим с вами способность. Угу. На мини-карте показывается, что тут кто-то есть. Так, это кто? А ну, прекращай. Алло. Алло, у меня есть пехаль, я не побоюсь им воспользоваться. А можно мне хаешку закинуть? Можно ли мне закинуть тебе хаешку? Блин, я начинаю обожать этот пистолет. Как тебе? М?
Уродец. Хорошо. А дай что-нибудь. Дай металла. Металла у тебя нету. Ладно, ладно. Давай тут посмотрим. Лом, лом, лом. Только я не помню, зачем нам нужен лом. По-моему, для улучшения... Так, бонжур. По-моему, для улучшения брони нашей, да? Нам лом нужен будет. Так, а это что-то серьезное уже входит здесь. Ля какой. Ля какой. Воу-воу-воу, а ты куда бежишь? А, зайчик, ты куда? А, ты, зайчик, ты ко мне бежишь, да? А, ты просто бежишь, да? Ты просто бежишь, тебе все равно, да? Ты что, издеваешься? Ой-ё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 . Да, надо было все-таки брать, наверное, топор. Надо было, наверное, брать все-таки топор. Так, а ну давай мечом попробуем с тобой пообщаться. Давай попробуем с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас проблема, Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема. Понял, здесь есть мелкие мини-боссы, да? Справился. Угу. Хорошо. Номер два, это что такое? Давай посмотрим. Это коробка с боеприпасами, это бинт. Это снимает эффект заряжения, повышает сопротивление гнили на 30%. Это у нас номер 3, а номер 4 это у нас бинты. Так, 4, а давай на номер 3. Во. Отлично. Отлично, отлично. Ну, кьюшку я, наверное, пока мяс не буду использовать. Для восстановления здоровья. В принципе, у нас пока мяс еще есть. Не будем тратить заряд. Потому что он восстанавливается, по-моему, только на базе, если я не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, он только на базе восстанавливается. Так, до побачення. Дон дистала библиотека. Епикей, мадафака. Да, хорошо. Очко талантов. У нас доступно одно очко талантов. Но там, по-моему, 3 нужно для прокачки. Там, по-моему, нужно 3, да? Давай смотреть. Так, таланты. Да, 3 штучки. Да, нужно делать, наверное, выносливость больше. Так. Ты чё, бык? Ага, ты этот здоровый, да? Ну да, я так тебя буду... Ой, ё-моё, я тебя так до вечера буду мучать. Так, дай сюда. Давай смотреть, кто здесь. Не знаю, можешь мечами их разбирать. Можешь не тратить пока патрошки. Ага, Е открыть. А, ты шо, ля. Здорово. Как она? Как твои дела? Ну и хорошо. Хорошо, когда все хорошо, правильно? Так, не-не-не-не-не-не-не. Ах ты падла, ах ты... Ну, кьюшка. А! Ты чего? Ты чего, я что, зря кьюшку потратил? Ты издеваешься? Справился. Ну да. Понял, понял. Нужно прокачивать себе оружие. Так, здесь лестницы нету? Не, нету. А куда идти? Налево, направо. Направо, налево. По-моему, мы отсюда пришли, да? По-моему, если я ошибаюсь, мы пришли отсюда. Некуда класть. Некуда класть? Серьезно? Рюкзак забит. Патроны для пистолета. Не хватает места. Понял, а как мне прокачать рюкзак? Как мне рюкзак прокачать? Или никак? Так, вот что-то светится. Вот что-то светится, то есть сейчас нам... Угу. Налево и направо, да? Вот сюда, значит.
Ладно, будем использовать... Будем использовать пехоль. Раз у нас так много всего. Я хоть правильно иду или не? Мне и туда показывают, и туда показывают. Так, где эти бабайки? Где эти корни? Ага, вот сюда, да? Ладно, пошли. Блин, знал бы, что тут будут такие большие боссы. Я, наверное, выбрал себе третий уровень этого оружия. Блин, ну это вернуться домой. Это вернуться домой, да? А, понял, это сохранение. Отлично. Так, во время отдыха персонаж пополняет боеприпасы и заряды драконьего сердца. Ага. Так, много пользы в скорее игре тоже. И союзники могут. Хорошо. Перемещение. Назад. Все, пополнили. Это отлично, что могу сказать. Это отлично. Так, использовать. Ага. Бонжур. Я понял, они еще и взрываются. Затопленный проход. А точно ли нам... Точно ли нам сюда идти? Ой-ой-ой, а куда ты бежишь? Все-все-все-все, до побочня. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты чё? Тот же самая быстрая рука на Диком Западе. Да, нужно будет сейчас их подлутать, наверное, еще сохранится. Так, а ну... бей ко мне, мой хороший, вот-вот-вот, молодец, умничка. Так, коробка с боеприпасами, хорошо, пошлите еще раз сохранимся. И пойдем дальше посмотрим, что нас там ждет. Или переместиться на базу, улучшить оружие. Как думаете? Как думаете? Так, перемещение, вернуться в блок 13. Покинуть подземелье. Блин. Так, у вас достаточно материала для улучшения оружия или элементов брони. По мере улучшения предмета вы сможете давать отпор более сильным предметам. Я понял. Чем сильнее противник, тем больше у него здоровья. Улучшайте оружие. Окей. Окей, окей. Давайте, наверное, мы с вами вернемся в блок 13. Сбегаем, улучшим оружие. Хотя бы на немножко, чтобы мы могли с пистолета нормально работать. И вернемся в этот подвал. Так, мы же сможем вернуться в этот подвал, правильно же я понимаю? Сейчас как раз проверим заодно. Так, хорошо, закрыть перемещение. Во, последняя контрольная точка. Да, отлично, можем. Супер, ребятки, супер. Теперь нужно вспомнить... Где улучшение у нас находится? Улучшение у нас находится вот тут, да? Привет. Не, ты со мной не раз... Ага, вот, ты со мной разговариваешь. Ну, давай, поговори со мной. Пишет, понял. Я шепот новенький, я не могу говорить. Окей. Хорошо, щу, могу улучшить броню. Приноси мерцающие осколки. Окей, хочу взглянуть на твои товары. Угу, хочу взглянуть на твои товары. Отлично, отлично. Так, очки. Ляпа. 1000, у нас 1300, да? А мерцающих осколков нету. Но зато у нас есть монетки есть с вами. Так, 400... Красная, да? А у нас какая белая? Нужно будет, наверное, потом скупиться. Нужно будет, наверное, потом скупиться. Все-все-все, да. Пока-пока. Нужно будет скупиться потом у него. У тебя здесь ничего нету, да? Да, мы запустили реактор. Теперь совсем другое дело.
Согласен. Одна я ни за что бы не справилась. Жалко, что Леса не нашли. Видимо, мой талисман ему не помог. Его больше нет. Нужно двигаться дальше. Если вдруг найдешь что-то ценное, неси мне. Предложу хорошую цену. Окей. Раз нужно двигаться дальше, идем за гаражи. Так, торговцы всегда готовы обменять предметы на лом. Большинство из них. Ага, хорошо. Давай смотреть. Не, железо. Ага, железо, железо. Создание, покупка, продажа. Что мы можем с вами продать? Можем с вами что-то продать, да? Бинты, создание. Ладно, пока весь. Пока-пока. Пока продавать с вами ничего не будем. А где был этот... стопы. Где был модификатор? Я не помню, где-то тут были эти ребятки. А где конкретно? Вот это вот хороший вопрос. Во! Да отстань ты от меня со своей болтовней. Все. Ну и ладно. Привет, тогда я к тебе. Что-то нужно? Да. Хочу заглянуть на твой товар, но у меня еще парочку вопросов. Так, что тебе нужно? Заглянуть на твой товар. Мне нужно улучшить оружие. Давай, наверное, пехоль. Так, железо у нас 33 из 4, да? То, что нам нужно. Давай, наверное, улучшаем пистолет. Окей, 18. Улучшаем. Отлично. Так, 60. Давай, наверное, тебя еще. Окей. Меч. Вообще супер. И, наверное, в тебя, да? 66. Все супер. Так, покупка. Ля, что есть? Ля, что есть? Так, 66. А это, получается, у нас двухстволка. Угу, урон соточка. Так, дробовик 130. Блин, хочу дробовик. Может, дробовик купим? Как думаете? Так, купи дробовик. Да, давай. Все. Отлично. Отлично, отлично. Так, а теперь дробовик. Улучшить. Ага, нету, не хватает. Пока. Пока. Так, давай смотреть. Все, мы можем поменяться потом на дробовик, да, урон 130. Выстрел в секунду, выстрел в секунду. Магазин 7. Давайте, наверное, знаете, как поступим? Будем дробовик использовать на больших монстров, а пехоли и винтовочку будем использовать чисто для таких, для, да, мелких. Я бы тебе сказал бы в рифму. Ах, ну ладно. Так, создание. Создать ты ничего не можешь, да? Попупка. Аура восполнения. Создает целительный источник радиусом 2-3 метра, который восполняет 10 единиц здоровья в секунду. Угу. А это дорого, да, у тебя стоит? Понял. Все, закончили. Знаешь, а ты не хочешь мне броню сделать? Или у меня по максимуму броня? Ладно, раз не хочешь, значит не хочешь. Побежали. Ну, дробовик мы с вами купили, и это хорошо. Нужно будет, конечно, его как-то испытать будет на ком-то и оставить для больших боссов. А потом уже его прокачивать, прокачивать и прокачивать. Перемещение, последняя контрольная точка. Да. Так, шикарно. Давай смотреть. А давай попробуем поставить дробовик. Ага. И на ком-то проверить. На ком проверить? О, здорово. Бум. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ля, ребят. Не, давайте, наверное, сначала винтовочку. Давайте сначала винтовочку, вот. Да, по 66 урона, да, маловасенько, но что поделать? Что поделать? И мы таки жизнь такая. Ну, эти карапузы и так отлетают. Железо, отлично.
Не знаю, давайте, наверное, мы сейчас с вами сохраняемся. И в следующей серии уже продолжим. Потому что так, наверное, серия уже длится очень долго. Сейчас давайте посмотрим. Давайте посмотрим, сколько. Полчасика. Я думаю, серию на полчаса будет отлично. Да? Если ты хочешь больше, если ты хочешь больше минут на 40, на 50, то просто напиши в комментариях. А сейчас, в принципе, как бы все. Всем спасибо, всем пожалуйста, и всем до потом.